Всем привет! Очередной обзор вкуса протеина от производителя BioTech USA. Базовая серия 100% Pure Whey. На этот раз вкус вишневый йогурт. Так. Рекомендации по применению, как обычно, смешать в шейкере одну порцию 28 грамм с 250 миллилитрами воды, принимать одну порцию утром и одну порцию вечером. Так, в этом вкусе 75 грамм белка, чуть меньше, чем в целом по серии. Ну и в принципе все, вскрываем, смотрим. Так, пена немного образовалась в конце. Запах вишневый, и причем вишневый ближе такой к черешне, чем к вишне. Так, по вкусу сладкий. Сначала идет именно черешня вишневая. Такая насыщенная по вкусу. Потом как-то идет больше такой в молочную сторону. Уходит. Ну да, отдаленно напоминает йогурт. Ну, по вкусу, кстати, неплох. Реально напоминает йогурт вишневый. И даже такой не химический, а натуральный при этом. Что-то у них прям вкусы такие хорошие пошли на последних обзорах. Прям удивительно. Видимо, хорошо ребята работают. Так, ну, здесь 75% белка по продукту, что, в принципе, не так много, но по вкусу хороший. Могу его рекомендовать. Вот такой обзор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.